Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. З радістю представляю нашого гостя. Це є опозиційний політик Геннадій Гудков. Геннадій, здравствуйте. Да, Ігор, я приветствую вас і, звісно, всіх зрителей каналу. Геннадій, в первую очередь, конечно же, о санкциях со стороны Минфина США, Мосбиржа и курс рубля. Многие говорят, что вот ударили сильный удар по экономике, по всему, что там думает себе Путин и Кремль, но не очень ли много надают позитива тому, где его не очень-то есть? Потому что то, что я читал и то, с чем я ознакомился, это то, что уже не первый месяц, не первый год Путин готовился к этим санкциям, и уже фирмы, на которые наложены санкции, да, и вот доллар, все подстраивалось под Китай, под другие фирмы, поэтому Кремль к этому был готов. Ну, нет, конечно, подготовиться, когда у тебя выбивают какую-то работающую систему, к ее компенсации и моментально невозможно. Конечно, произошел серьезный сбой, возникла паника, резко вырос курс доллара по отношению к рублю, то есть произошло падение рубля. Это отражает, ну, как бы такую вот панику, такой панический момент, и банки на этом некоторые очень прекрасно зарабатывали и заработали. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Это первое. Второе, конечно, это затрудняет расчеты. Это осложняет там какие-то финансовые операции, удораживает эти операции. Но компенсация, она будет найдена, и она, эта компенсация со временем заработает, и рынок немножко успокоится, хотя, конечно, наверное, ослабление рубля дальнейшее, оно будет продолжаться. Тут не в этом дело, тут в чем вопрос? Имеет ли это долгосрочный эффект? Я думаю, что нет, потому что паника есть паника. Но вот как-то ко мне зашел один очень высокопоставленный, скажем так, кремлевский товарищ, его все знают, я просто не имею права называть его фамилией, ну и рассказал, говорит, ты знаешь, говорит, вот у Запада настолько много механизмов дестабилизировать ситуацию в России. Ну, например, вот я опять-таки за что купил, за то продал, но человек очень крутой, и сейчас он там в обойме. И вот, он сказал, говорит, ты знаешь, говорит, в аэропорт Домодедово каждую субботу пролетает два самолета битком, набитых на свежеотпечатанными долларами. Я говорю, не, не знал. Каждую субботу. А куда идут эти доллары? Эти доллары идут в крупные банки, 6 банков, по-моему, там было. Они эти доллары потом распределяют по всей своей сети и сети других банков в обменные пункты. И таким образом идет, ну, как бы, так сказать, насыщение российского рынка долларами. И поэтому его курс вот он такой. И если, допустим, они даже скажут, мы просто решили немножко отрегулировать эту ситуацию по-новому и приостановить там на месяц, на два доставку этих свежеотпечатанных долларов, то возникнет паника и будет серьезный обвал рубля. Ну, это вот такой был разговор, который показывал, какие возможности есть у финансовых институтов Запада для стабилизации ситуации в России. Сейчас это применено, грубо говоря, там просто по-другому подошли к этому вопросу, ввели санкции в отношении клирингов, центров и московской биржи. И, конечно, исчез механизм, который работал там многие-многие годы и как-то решал вопрос удовлетворения спроса в долларах, в наличных долларах, в основном для населения, потому что банки по-другому рассчитываются. Что касается выручки валютной, она не кончится. И Путин уже там предпринял шаги, например, там, совсем, по-моему, чуть ли не вчера и позавчера, видимо, предвидя вот это решение, они разрешили экспортерам не продавать выручку. Ну, то есть эта выручка будет все равно оставаться в распоряжении на каких-то банках, на каких-то счетах, каких-то там обменных центрах и прочее, прочее, прочее. То есть просто исчезнет для населения доступ к валюте. А для экономических субъектов, ну, может, он не исчезнет, он удорожится. То есть эту роль на себя возьмет не центральный банк, не московская валютная биржа, которая там связана с центральным банком, безусловно, как регулятор, а возьмут какие-то группы банков или просто вообще какие-то структуры. Вот. Но просто тут надо понимать, что, конечно, ущерб есть, но вот не нужно предаваться иллюзиям, что все, мы уже победили.
борьба предстоит тяжелая и сложная. Противник силен, противник сохранил частный сектор и в финансах, и в экономике. Этот частный сектор позволяет избежать товарного дефицита, он позволяет сбалансировать финансовые потоки, выручка валютная все равно поступает. Я вчера объяснял то, что говорят наши экономисты, и я сам это понимаю. Вот невозможно многие российские товары исключить из мирового товарооборота. Просто невозможно. Например, российскую нефть. Что сейчас произошло по нефти, если мы говорим нефть, которая является основным источником пополнения путинского бюджета? Ну, может быть, основным, не самым единственным, но основным. Нефть, допустим, которая поставлялась России в Европу там, и в другие страны, она там замещена нефтью уже других стран, нефтедобывающих. А те страны, которые раньше покупали вот у этих нефтедобывающих стран топливо, они перешли на российскую нефть. Я имею в виду там Китай, Индию и так далее и тому подобное, да еще и перепродают российскую нефть. Поэтому, стало, может быть, чуть меньше этой валютной выручки на бочку нефти, но эти бочки нефти стало продаваться намного больше. Никель, допустим, цветные металлы, можно ли исключить из оборота? Нет. А как можно исключить никель, если мировой рынок от него зависит и мировое производство? А 25% никеля поставляется, предположим, на весь мировой рынок российскими компаниями, российскими производителями. И можно назвать много позиций, где заместить Россию безболезненно, не проводя специальную программу там, десятилетнего сокращения, много десятилетнего сокращения зависимости от российского рынка, просто невозможно. Ну, как вот, допустим, там урановые залежи. Они есть только в определенных странах. И за эти страны, за эти рудники тоже идет борьба, и рынок подстраивается под возможности этих запасов и производства. То же самое вот и здесь происходит. Это надо сейчас посмотреть, какой будет эффект. Надо будет посмотреть, какой это будет эффект, по кому он ударит, по Путину или он ударит по мелким производителям или по крупным производителям. Я думаю, что сейчас еще выводы делать рано. Надо хотя бы там посмотреть какое-то определенное время, посмотреть, как сработают эти санкции. Говорят, что это эмоциональная реакция у американцев на движение флота в Кубу. Ну, это вот пишут аналитики, это пишут там различные журналисты. Они считают, что это вот такая эмоциональная реакция США, которую взяли и били в ответ на эти движение военно-морских сил России, ввели вот эти санкции, типа вот нечего тут у нас размахивать кулаками под носом. Так ли это, не так, не знаю, посмотрим. Да, Геннадий, вы вспомнили о флоте, да, который совместное учение Россия и Куба должны провести. Насколько это серьезно? Или это просто вот, имеет ли это отношение к эскалации? Или это просто брязгание оружием и не больше? Ну, это, как бы так сказать, психологическое давление. Не больше, конечно. Потому что возможности российского военно-морского флота, и если мы не берем ядерную триаду и там ядерную войну, они очень ограничены. Давайте скажем по-честному. И корабли устаревшие, и не того класса, и их недостаточно. Допустим, если там мы берем там, Черное море, Черноморский флот, но все же прекрасно понимали, что он выполняет там внутренние функции, типа береговой охраны, условно говоря, потому что мощь турецкого флота, она там кратно выше. Но, правда, никто там не стремится достичь паритета, потому что, типа, угрозы нет, и вроде, как так сказать, есть ядерное оружие, все равно никто не посмеет напасть. Но, тем не менее, военно-морской флот – это не самая, Россия не самая мощная военно-морская держава, понятно, что она проигрывает сейчас уже многим флотам, поэтому я думаю, что это демонстрация, даже не морально-психологического, да, но морально-психологического воздействия какое? Это Путин показывает, что у меня еще хватает сил не только там разрушать Украину своими бомбардировками, ударами, но у меня еще хватает сил выводить какие-то военно-морские силы, нервировать американцев. Вот смотрите, какой крутой. Давайте-ка со мной поговорите, давайте-ка со мной договоритесь. Вот. Я думаю, что это примерно на этом уровне все делается. Геннадий, конечно же, подписание соглашения гарантии безопасности Соединенных Штатов Америки, обещание того, что будут эскадрильи F-16, и в том числе и комплексы Patriot. Насколько это может повлиять на дальнейшие шаги России?
И сюда же хотел бы спросить о саммите мира. Много разговоров, говорят, что сначала был проект один, потом все поменяли в сторону Украины. Как это влияет на войну и есть ли это первый плацдарм для того, чтобы дальше вести переговоры с Россией? Потому что мы понимаем, да, что хочем, не хочем, но вести рано или поздно придется. Ну, давайте так. Саммит мира, конечно, наверное, штука полезная. Но все-таки я бы предпочел, чтобы он назывался саммит войны, по крайней мере, хотя бы в кулуарах. Потому что сейчас нужно выработать стратегию в отношении России, что делать-то. То ли садиться за стол переговоров, признавать Путина, то ли додавливать его до конца, чтобы армия побежала с фронтов, и на этом фоне уже, так сказать, навязывать определенные условия и заставлять выполнять российское государство эти условия. Так как никакого плана и стратегии до сих пор не выработано, выносить эту стратегию на саммит мира, где будет много-много разных государств с разными-разными взглядами и представлениями о войне, наверное, это невозможно. Говорить о мире, вы знаете, это, мы возвращаемся, так сказать, к прежним нашим с вами эфирам, я все время говорю, что я пока не вижу предмет переговоров. Потому что стороны совершенно, ну, условно говоря, воюющие стороны, выступают в качестве предложений по миру с абсолютно неприемлемых, непримиримых позиций, противоположных позиций. То есть Украина, понятно, борется за свою территориальную целостность, за независимость, за деоккупацию, а Россия, наоборот, хочет что-то откапать, прихапать и сделать это путинской победой, чтобы он укрепил свое внутреннее положение в стране, чтобы там ни у кого не было желания его свергнуть или сменить, или что-то еще. Поэтому вот здесь предмет для переговоров я не вижу. Поэтому саммит мира, он может преследовать какую цель, на мой взгляд, что можно там сделать реально в сухом остатке. Это сплотить какие-то дополнительные государства в единый фронт борьбы с путинским режимом. Потому что объяснить этим государствам, что путинский режим это не сам по себе один-единственный режим России, а это все-таки проявление глобальной войны, тирании против свободы и демократии на планете. Вот объясните той же Индии, да, возможно, можно это лучше объяснить, показать, провести какие-то консультации, потому что Индия все-таки стоит на демократическом пути. Я вообще считаю, что сейчас критерий демократии один. Регулярная сменяемость путем выборов политической власти. Если эти процессы происходят, значит страна демократическая. Если эти процессы не происходят, ничего в этой стране нет из демократии. Потому что когда там какие-то международные организации берут 133 критерия демократии, выводят индекс там свободы, демократии, да чушек. Один единственный критерий – это сменяемость политической власти. Я думаю, что он должен быть положен в основу будущего устройства мира, его безопасности, архитектуры безопасности и так далее. Поэтому вот если форум мира решит задачу сплочения ряда других стран на борьбу с тираниями, диктатурами и так далее и тому подобное, это будет очень здорово. Если нет, может быть и не удастся достичь какого-то серьезного позитивного эффекта. Ну, в любом случае, с точки зрения формирования общественного представления о войне, вот общественного мнения, это, наверное, важно. А первая часть запроса, пока я вам отвечаю, о вопросах, я забыл, который мне задали первым. Да, мы говорили о саммите мира и это, так, да. И о подписании соглашения с Соединенными Штатами Америки. Соглашение с Соединенными Штатами, как там не критикуют их сейчас, типа вот что там Украина не воюет, а что ей надо помогать, это важное соглашение. Потому что это соглашение не на сейчас, а на будущее. Понятно, что сейчас идет война, еще никто не знает, как и чем, когда она кончится. Но вот то, что Соединенные Штаты Америки дают зонтик на период интеграции Украины в НАТО и так далее, это очень важно. И там пусть там смеются критики, что в течение 24 часов там американские официальные лица встречаются с украинскими и решают, что нужно сделать для того, чтобы избежать угрозы безопасности Украины. Это важный процесс, это важный вопрос. И, наверное, это
могло бы на какое-то время полностью снять вопросы безопасности Украины после завершения этой войны, до вступления ее в НАТО. Я думаю, что это, ну, скажем так, протянутая рука помощи и поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. Она сейчас, вот, может быть, наверное, вот такой, пока, на сегодняшний день. И она будет работать на перспективу, вот эта вся идея, вот это соглашение. Мне кажется, что это я оцениваю это как позитивный шаг. Единственное, что я вчера там общался с коллегами, товарищами, единственное, что не будут американцы вести с политическим руководством Украины консультации в каком-то каких-то мирных процессах, мирных переговорах в обмен на вот это, не знаю. Это мы посмотрим, это мы увидим, это мы с вами точно почувствуем. Но сам по себе шаг и вот это решение, но они важны для Украины, для Европы, для всего мира. Да, Геннадий, также хотел бы вас спросить о том, что сейчас происходит на Кавказе, потому что там очень неспокойно. Пашинян говорит, что все, ноги не будет в Беларуси, пока Лукашенко там диктатор и во власти. Прекратите, кто говорит, не понял. Пашинян. Пашинян. Да. Говорит, что Армения будет выходить из АДКБ. Ну и, конечно же, Грузия. Там тоже есть некие уведомления, что якобы Грузия хочет возобновить дипотношения с Россией. Да, есть два противоположных процесса на Кавказе. И если за один можно порадоваться, правда, с большим запозданием. Мне, к сожалению, приходилось много говорить критических замечаний в отношении действий Пашиняна. Я с большой радостью услышал, узнал и увидел вот его приход демократической силы Армении. Я знаю страну, я много раз там бывал. Это была страна, где были мои избиратели. Вот так и было решено избиркомом приписать всех граждан России, проживающих в Армении, к моему избирательному округу. И там было много людей, я там часто туда приезжал, знал там очень многих должностных и высокопоставленных лиц, ну практически всех. И понимал, что вот Армения – это страна, заслуживающая большего, хорошая страна. Вот, и там вот эти признаки демократических преобразований, они висели в воздухе тогда, когда я туда приезжал, и тогда еще Россия была более-менее, и все это было понятно, что Армения готова в ближайшее время пойти по пути демократии. И когда Пашинян начал совершать глупейшие ошибки, решив обеспечить безопасность страны за счет России, а не за счет НАТО, Европы и Соединенных Штатов Америки, это обернулось боком, потому что Армения стала зависимой от России. И уважение она не снискала. Например, там действовали до сих пор российские спецслужбы, они хватали там всяких дезертиров, солдат, которые отказывались убивать украинцев и идти на фронт, и вывозили через военные базы в Россию. То есть просто нагло действовали, ну, грубо говоря, какие-то бандформирования действуют на территории суверенной страны. И Пашинян упустил очень много времени для вот этого процесса, и сейчас он его нагоняет. Я не знаю, что там произошло, почему он не сразу, ну, я имею в виду не только один, потому что я знаю, все руководство политическое, почему они не сразу въехали, что с Путиным выстраивать отношения невозможно и опасно, что он спит и видит, он считает их врагами, спит и видит возможность реставрации авторитарных сил в Армении. Почему они этого не видели, не знали, не понимали, не действовали, я не знаю. Но то, что они начали это делать, правда, с запозданием там 2,5 года, скажем так, примерно, или, может быть, 3, это хорошее дело, это правильный процесс. И если у Путина не хватит сил устроить в стране переворот, а он об этом думает, и там наверняка есть люди, которые этим занимаются, то у Армении сейчас есть шанс обрести союзников в демократическом лагере, решить вопросы своей безопасности за счет демократии, вообще начать выстраивать нормальную демократическую систему, чтобы сделать эти изменения к демократии необратимыми. Я им очень желаю этого, Армении, и считаю, что у них есть шанс. Они, конечно, могли начать и должны были начать этот процесс значительно раньше, это было бы намного безопаснее. Но вот, как говорится, раз они пошли по пути демократии
и интеграции в Запад сейчас, мы должны это приветствовать и всячески помогать. Это удар по путинизму, это вообще удар по мировой системе авторитарных, тоталитарных режимов и тирании. В Грузии, к сожалению, процесс идет в обратную сторону. И это можно объяснить фактором Иванишвили. Иванишвили – это олигарх, который сделал свои миллиарды, в том числе в России, даже, наверное, в значительной степени в России, партнер там, русских многих олигархов. И у него был момент, когда он как бы решил выдвигаться в президенты Грузии. Вот в этот момент у него хотели в России, так сказать, ну, так как он говорил о демократической ценности, в этот момент в России было решение многих царедворцев отобрать у него все, и там достаточно многомиллиардное, серьезное многомиллиардное состояние, капиталы, активы. И Путин тогда, в этот момент, договорился с Иванишвили, сказал, нет, мы отдадим ему возможность забрать все свои капиталы на определенных условиях. И как утверждают злые языки, очень близко стоящие там к кругам этим политическим и финансовым, такая сделка договоренности Иванишвили и Путина была достигнута. Я еще раз говорю, я не являюсь свидетелем, свечку не держал, но те люди, которые мне говорили, заслуживают серьезного, так сказать, доверия к своим словам. И вот после того, как Иванишвили формально ушел с поста президента, он, будучи человеком богатым, состоятельным и так далее, он оказывает огромное влияние на, ну, фактически стоит за теневой фигурой за всей украинской политикой. И имея в виду, что все-таки договоренности с Путиным у него были. Он не то чтобы в полной мере пропутинский, да, вот, ну как сказать, то есть он все-таки пытается как маневрировать между демократиями и Путиным, но это все хуже и хуже у него получается. Видимо, давление с Москвы возрастает, и вот эта партия мечты, которую он там создан, она там доминирует пока на сегодняшний день в грузинском парламенте, она находится под его полным влиянием. А так как у нее большинство, этой партии удается проводить и в жизнь такие законы, как вот, например, этот закон об иноагентах. Он срисован и скопирован с российского и, по сути дела, служит для начала преследования инакомыслящих. И даже не остановила вот Иванишвили его партию от принятия этого закона ни вето президента, который на другой стороне президент Грузии, на стороне демократии, не остановило даже решение Европейского Союза, что если Грузия все-таки этот закон принимает, останавливается, приостанавливаются все действия, направленные на возможное вступление Грузии в Европейский Союз. То есть вот оказалось, что давление Иванишвили, его влияние, его договоренности с Путиным, они оказались сильнее, чем воля части, значительной части грузинского народа и его движения в Европу. И вот там сейчас ситуация пограничная. Понятно, что люди, которые хотят жить в Европе и в демократии, они не оставят свои попытки поменять ситуацию, поменять политический ландшафт в Грузии. Но пока он ухудшается и движется в сторону больших взаимоотношений с путинским режимом. Причины мы с вами знаем. Но там, когда 5-7 миллиардов тебе отдают и дают возможности, 5-7 миллиардов долларов дают возможность тебе забрать из России, наверное, там есть определенные принципы благодарности, признаки благодарности, глубокой благодарности Путину за это. Ну и вообще мы видим по Грузии, несмотря на то, что она, ее нельзя назвать авторитарной страной в чистом виде, и там очень много российских политических мигрантов, и надо отдать должное власти, властям этой страны, они поддерживают все-таки вот исход российской политической миграции и антивоенных активистов. Все-таки они не до конца этот процесс, как бы так сказать, приветствуют не до конца, и у них есть уже достаточно много водворений, депортаций, ну не в России, а вообще просто запрет на въезд в страну многих известных там оппозиционеров и противников путинского режима, особенно там с команды Навального. Видимо, Путин попросил Иванишвили именно по команде Навального там какие-то особо жесткие меры. Или особо строгие меры применить. Вот, собственно говоря, как она обстоит ситуация в Грузии. Я ее тоже знаю немного. Тоже это была территория моего избирательного округа. Кусочек избирательного округа. Тоже много туда ездил, много, кстати, разговаривал. Понимал там некоторые внутренние аспекты и менталитет, психологию грузинского народа, который, в общем-то, ну, был достаточно
хорошо относился очень к россиянам, и там, это отдельный разговор. Но вот сейчас наблюдается вот такой откат. Откат от демократии, от принципа демократии. Это я объяснил, почему это происходит. Потому что господин Иванишвили, один из самых влиятельных, может быть, самый влиятельный политик в Грузии, он имеет внутренние договоренности с Путиным. Геннадий, также хотел бы вас спросить о том, что сейчас в отношениях Турции, России, Китая, России, потому что вот один из крупнейших госбанков Турции наотрез отказывается разблокировать платежи с России. Я так понимаю, это тоже влияние Минфина Соединенных Штатов Америки. Ну и Китай там не очень-то бежит покупать и газ по ценам, которые предлагает Путин. Ну и знаем, что с февраля месяца Путин планирует или планировал визит в Турцию, но что-то вообще никак не выходит. И сейчас он едет в Северную Корею и Вьетнам. Вот смотрите, тут разные процессы идут. Китай просто выкручивает руки Путину. Он все равно его не бросит, он все равно не заинтересован в его поражении, все равно он будет находить какие-то формы и пути поддержки и так далее и тому подобное. Же Китай – тоталитарное государство, и у него есть глубочайший идеологический принципиальный конфликт с западным миром, с миром демократии и свободы. Поэтому тут мы должны... Китай будет просто... держать баланс между своими экономическими интересами и политической поддержкой Путина. Он будет держать, чтобы, как говорится, не раздражать Запад, чтобы не терять то, что он имеет, чтобы раньше времени начались какие-то там новые торговые и прочие войны. Он будет такую занимать прагматическо-пропутинскую позицию, но прагматика будет заключаться в том, что он пока не будет, как говорится, активно влезать в ход войны, помогать Путину военным путем. Он будет это делать, возможно, немножко в каких-то определенных объемах через третьи страны, типа там Северной Кореи и ей подобным странам. Вот. Китай как бы стратегически союзник Путина, но с точки зрения там, того, что если можно выкрутить ему руки и извлечь выгоду из положения доминирующего Китая над Россией, то это надо сделать. Поэтому они там весьма цинично и прагматично настраивают свои отношения с Путиным. Типа вроде наш парень, но почему бы не воспользоваться его слабостью и его потребностями в нашей помощи. Вот, это Китай. Что касается Турции, там процесс намного сложнее. Турция, как вы знаете, победила Эрдоган, победил наполовину в зачищенном поле. И несмотря на то, что он победил, состоявшиеся выборы муниципальные показали, что оппозиция в Турции весьма сильна. Она взяла все крупные практически города, включая столицу. И там есть, как это может не странно звучит, при авторитарном режиме Эрдогана, там есть абсолютно независимая, например, судебная система. Вот, она не под Эрдоганом совершенно точно, и не только она. И поэтому там внутри страны идет борьба между прошлым и будущим, между светскостью и там, религиозным догматизмом. И вот не нужно думать, что Турция, она... или там за, как говорится, за красных или за белых, она где-то посредине. Там есть такие процессы, например, Турция является одним из транспортных хабов России, одной из площадок поставок туда всего, в том числе товаров в обход санкций. Кстати говоря, когда меня спрашивали там по вот этим всем поездкам и прочим, просто вот нужно понимать, что Путин находит, и ну, путинская экономика, его люди находят пути обхода санкций. И вот такая статистика есть, что страны, допустим, Средней Азии, вот, традиционно бывшие советские республики, типа там Туркмении, Киргизии и так далее, по многим параметрам, по значительным пунктам номенклатуры на технологии и современное электронное оборудование, например, увеличили свой импорт в 30 раз. От 12 до 15, 15 до 30 раз в год. Понятно, что это все транспортные площадки, транспортные хабы России. То есть товары там поступают. Вот, чтобы просто вот тут не было иллюзий, там, как обвал валютной биржи там будет сказываться. Идет налаженный канал поставки товаров, в том числе подсанкционных, через Среднюю Азию, через Турцию, частично там, через какие-то другие страны. Это все идет. И вот процессы в Турции очень сложные. Там идет борьба. И поэтому, с одной стороны, они вроде бы
пытается с Россией выстраивать отношения, это ему выгодно. И российский туризм, и российское, так сказать, транспортное сообщение идет через Турцию. И Турция является одним из крупнейших транспортных и товарных хабов России, да? И в то же время они пытаются балансировать между Россией и западной коалицией, чтобы совсем, как говорится, не портить себе отношения, чтобы не подставлять под риски свои крупные производящие компании, чтобы не ухудшить экономическую ситуацию. Потому что экономическая ситуация и положение лиры в Турции аховое, мягко выражаясь. Там вот кто, допустим, я, например, как-то не был в Турции, приехал в Турцию и смотрю, там лира находится в таком выгодном для любого европейца положении, когда там можно за совсем по дешевке все покупать, гораздо дешевле, 3 раза, 2,5 раза дешевле, чем в Европе, те же самые товары. Вот, поэтому ситуация она такая. Турция между, как говорится, между двух огней. И в каком направлении пойдет развитие Турции в ближайшее время, сказать очень сложно. Идет тяжелейшая борьба. И есть возможность возврата Турции в светскость и в демократию. И, к сожалению, существует вариант усиления авторитарного режима перехода в тоталитарную фазу. Спасибо, Геннадий, за этот разговор. Спасибо, что у вас была возможность подробно разобрать и вот Турцию, Китай, и Кавказ, что там происходит. Большое спасибо. Взаємно. Удачі. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Геннадій Гудко. Ви обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.